Сколько же можно заработать в Яндекс.Такси, работая в тарифе бизнес? Этот вопрос мне задают друзья, знакомые, и бывало несколько раз даже, что на дороге спрашивали меня об этом. Постараюсь на этот вопрос ответить. Могу вам показать следующие свои достижения. Самая первая неделя, которая доступна для просмотра, к сожалению, дальше посмотреть нельзя. Яндекс не позволяет этого сделать. Вот неделя с 11 по 17 ноября. Здесь у нас 23 423 рубля. Это та самая неделя, когда мне удалось разблокироваться в Яндексе. К сожалению, была блокировка. Ну, к сожалению или к счастью, еще непонятно. Я склонен все-таки придерживаться того мнения, что не делается все к лучшему. И здесь у меня только пятница, суббота, воскресенье. Ну, и то пятница, там, вечер. Итого 23 423 рубля. Ну, за 2,5 дня, я считаю, что это неплохой результат. Следующая неделя у нас идет с 18 по 24 ноября, 52 008 рублей. Ну вот это как раз та самая норма, к которой я всегда стремлюсь, 50 тысяч за неделю, это чистыми, ну как чистыми, без учета комиссии Яндекса. Ну естественно, сюда не включены расходы на бензин, мойку, питание и тому подобные вещи. Следующая неделя с 25 ноября по 1 декабря 17 777 рублей. В эту неделю я проработал только понедельник, вторник, а в среду рано утром я уехал в Калининград. Вернулся я только в воскресенье на этой неделе, поэтому эта неделя, она выпала. То есть, получается, вот только 2 дня работы и вот такой результат. Собственно, понедельник, вторник, дни такие не особо денежные. Я стараюсь в эти дни не выходить на линию. Вернее, я стараюсь не выходить в понедельник на линию, во вторник еще более-менее, но в понедельник день такой, не особо много можно заработать, только больше прокатаешься. И вот еще одна неделя, которая показывает, что можно заработать там больше 50 тысяч за неделю. Это вот как раз неделя со 2 по 8 декабря. В эту неделю мне удалось заработать 56 812 рублей. Рекорд был вот 7 декабря 13 761 рубль. Но я хочу сказать, что это не за одну смену здесь, потому что учитываются и ночные заказы с пятницы на субботу, и также дневные заказы, когда я выходил с субботы на воскресенье. В общей сложности 22 заказа. Так, за ноябрь мне удалось заработать 137 379 рублей. Это вот работа только вот по Яндексу. Кстати, у меня уровень платина за ноябрь. Ноябрь — это первый месяц, когда я начал в этом году работать в такси. Пришлось вернуться. За первый месяц работы я достиг уровня платина на декабрь. И вот в декабре уже я за первую неделю заработал 574 балла, то есть я уже преодолел экватор на пути к тому, чтобы получить платину уже для января. Не знаю, насколько будет денежным январь в тарифе бизнес, что в январе я в бизнесе не работал ни разу. По ВИПу знаю, что это вообще провальный месяц, там делать нечего, можно смело куда-нибудь уезжать. Это, собственно, вот что я хотел сказать по своему доходу. Так, и вот смотрите, у меня в ноябре 199 заказов и чистыми 137 379 рублей. Если поделить заработанную сумму на количество заказов, то получится средняя стоимость заказа 690 рублей. Ориентируйтесь вот примерно на такие вот данные, на такие показатели. То есть сколько нужно вам сделать заказов, чтобы заработать там столько-то денег в тарифе бизнес, напомню. Работать в Яндекс.Такси можно, заработать в Яндекс.Такси можно. Можно зарабатывать и в тарифе бизнес, и в тарифе эконом. В тарифе бизнес вы вот сейчас познакомились с основными показателями, да, от меня. Для меня это основные показатели. Кто-то может заработать больше, кто-то меньше. Есть блогеры, которые утверждают, что они за 8 часов, работая в Яндекс.Такси, зарабатывают там 11 тысяч чистыми. Ну, я, если честно, в это не верю вообще никак, потому что я не понаслышке знаю, что такое работа в Яндекс.Такси в тарифе бизнес. Это не первый мой месяц, да, работы. Просто у меня был перерыв больше года, когда я не работал. Ну, вот сейчас я вернулся и понял, что, собственно, изменений произошло мало за время моего отсутствия в Яндекс.Такси. Изменился только таксометр, там больше данных для водителя видно. Ну, конечно, это хороший сдвиг. А так, что раньше я зарабатывал 50 тысяч в неделю, что сейчас, ну, сейчас немножко тарифы, может быть, поднялись с тех пор. Ну, как-то это проще делается. Но, с другой стороны, бензин тоже подорожал.
Я считаю, что 200 тысяч рублей в месяц в бизнесе заработать, не особо напрягаясь, устраивая себе там 1-2 выходных в неделю, можно. Ну, можно спокойно. Ну, работая, опять же, там, как работают все таксисты, там не меньше 12 часов на линии находиться. Ну, я стараюсь находиться именно там, где-то 12, может быть, чуть больше, там, в зависимости от того, где ты закончил заказ. В общем, пока тебя таксометр не пошлет спать. Вот столько я и работаю. Решайте для себя сами, стоит ли вам идти в Яндекс.Такси работать. И опять же, учитывайте то, на какой машине вы будете работать. То есть, имеется в виду, это будет машина ваша, это будет машина, взята в аренду, это будет машина, взята в аренду с выкупом. Все это накладывает там свой отпечаток на уровень вашего дохода. Если машина кредитная, это будет одна ситуация. Если эта машина будет взята в аренду, и опять же, в аренду на каких условиях, либо это будет там график 6.1, либо это будет график 7.0. Ну, считайте сами. Я для себя решил, что работать на арендованной машине невыгодно. Невыгодно ни в материальном плане, ни в морально-физическом плане водителя, потому что ты просыпаешься с этой мыслью, ты только проснулся, ты уже должен, короче говоря. У тебя есть порог, да, который тебе нужно преодолеть, там 4500 в сутки, да, нужно отбить, только за аренду, не считая топлива. Как правило, у меня уходит топливо только на 1500 за смену. И плюсуйте сюда мойку, незамерзайку, воду для клиентов, вам еще нужно питаться как-то в течение смены. И в зависимости от этого, вот считайте, сколько вам нужно заработать. У меня есть такая мысль, есть такие подозрения, что работать на Toyota Camry, допустим, или на Kia Optima в тарифе Comfort Plus может быть выгоднее, чем работа в тарифе бизнес на Mercedes, там, на BMW, на Audi. Почему? Потому что эти машины стоят в два раза дешевле, чем Mercedes, тот же самый. Соответственно, их отбивать проще, да, там, конечно, стоимость заказа ниже, но и водитель там не в таких условиях находится, когда нужно там выходить, открывать дверь, там, неважно какая погода, не нужно соблюдать там какой-то строгий дресс-код, там гораздо ниже требования к водителю, и работать там, для водителя там работать комфортнее. И я хочу как-нибудь проверить эту гипотезу, может быть, как-нибудь даже возьму машину там, в аренду, там, какую-нибудь Toyota или Kia. Ну, такие пироги, ребята.